Привет, дорогие друзья! Вы на канале Джоуэй Студиос. Сегодня мы делаем обзор на персонажа из вселенной Бравл Старса. Догадайтесь, кто это? Кстати, он мой любимый. Для тех, кто не догадался, это Дэрил. В игре он встречается довольно редко, и из сундука его выбить довольно тяжело. В руках у него двухствольный пистолет, как у пиратов из Карибского моря. Туловище у него в виде бочки. На голове шляпа и посередине большой желтый глаз. Вот вид сзади, вид сбоку и вид с другого боку. Вид снизу и вид сверху. А теперь перейдем к сборке. И чтобы его собрать, нам понадобится вот такой набор деталей. Прежде всего, собираем туловище. Самоделка в комментариях. What?